Давайте начнем сначала. Мне вообще не хочется. Только непонятно. Напрыгнули со всех сторон. А ридановцы, они же что, они жесткие ребята. Они же типа, ну, не дают тебе просохнуть. И они, короче, прикиньте, на меня просто прыгают 4 ридановцы и начинают, ну, типа, меня засасывать жестко. То есть один, типа, в губы, второй там в щеку. И, короче, пиздец. И, ну, я... Ты соси сам с... Ой, блядь, это видос, подожди. Тебе... Бля, мужики, ну, ебать, ну, бля, так свет падает, да? Хочется да. Попозировать. А ну, а, сука! Да куда хватит, суки? Да хватит, бляди! Хватит! Что за слово пиша? А я сейчас думаю, а как правильно будет? Допустим, пишу, если. Пися? Пиша? Пиша или пися, два варианта. У кого нос всегда крас? Ты давно стрелял? А как тебя зовут? Лиза. О, рад познакомиться. Меня Равша. А тебя? Равша. Равша? Да. Приятно познакомиться. Брат, спасибо. А ты откуда? С Орла. Орла, да? Да, Орла. Ой, я Орел. Я с Лебеди. Патрон. Ой-ой-ой. Пиздец нахуй, бля. Чеешь труси, бля. Так. Чеешь труси, бля, чё сказал? Чеешь труси. И вот так вот там еще попу так сжимаю, так. Я даже попу сжать не могу. Я могу ее просто подвести. Да, привет, Неко Чан. Я тебя помню. Ты. А, это ты, онлифанщица, я вспомнил. Все, и привет, Ник. Так, все, тихо. Не смей. Вот вы пишете, вот что я говорю так, шубу, а я говорю шубу. Я говорю шубу. Вы, может, у вас искажение звука идет из-за того, что я говорю в один микрофон. У вас, может, наушники плохие? Вам всем, может, наушники получше-то купить? Тупой. Так он и тупой, агрессивно в школе. Все, сейчас, ребята, так давай их ебать просто. Да я сейчас убью, Завали ебало! Ты только либо кричать можешь это, а ты только либо можешь кричать, либо нет. Завали ебало! Делай, Олег! Хватит пиздец! Что Олег делает? Я тебе черт говорю, завали ебало свое! Завали свой ебаный рот нахуй! Пошел нахуй, черт ебаный! Тебе что нравится, играй, садись сюда! Хватит пиздец, хватит указывать, как мне жить! Кто тебе указывает? Завали ебало, заткни ебало! Вот 9, в 9 мне женщина 40-летняя, как начала полировать, я такой, о, а слушай, а вроде и прикольно, когда... Еще и под навесом никто не видит. Можно? Погоди, каким навесом? Ну, под крышей. Волосами. Какой крышей? Под волосами. Да ладно. О, это герой желез... Ой, блядь. Истребитель, небо мой обитель. Я истребитель, небо мой обитель. Да. Это правда, что вы истребитель? С
нравится, все нормально. Когда я был неизвестен, они все боялись. Я скрывал потенциал, типа я стесняюсь. Я не пожал им руку, потому что не знакомы. Я не пожал им руку, чтобы знали, я все помню. Я не начну диалог с тобой, на мне о чем? А? Это моя машина. Водила чувствует мой руку, начинает. Всем сосать и начинает всех ебать, это так страшно. Пожалуйста, племянник, прекрати, ты же молодой, ты же хороший парень, но ты безобразный. Отдалите от меня, предки, я хочу играть в остатель. Чё, блядь? Я уже 40 минут. Или она стримила, я не понял. А, да? А где она стримила, я чё даже не заметил. То есть пока мы спим, она стримит, значит, сука. Ну какая же всё-таки мразь. Вот именно, блядь. Хорошего стрима. Есик, спасибо тебе большое за 300 рублей, спасибо. Блять, сложно. Нормально. О, я что, есть сделал? Нихуя. Нормально. Я, кстати, видел, знаешь, какую тему? То, что открывают вот эту пробирку, ну, как вот забрали у человека эту плазму, открывают пробирку и то, что там, ну, открыли. Девочка Уэнзи с последней парты. В моряк и чайка, она там не с Колей сидела. О боже, это что, измена? С Катей? Нет, Катя никакая, мужики, в стримах. Да, тебе отсосать, долбоеб! Плати 5000. Мне нужно в дрочильню устроиться. 5000. Я хочу устроиться в дрочильню и отомстить. Тебя собака писала, собака какала, собака села и заплакала. Собака писала. ГДЗ мы не пользуемся. А потом резко. Тут барыга, это я. Ну до гибкой мне далеко, потому что я прям не могу же какие-то супер растяжки делать. Типа моя максимум это вот это. И то нога трясется. Сейчас подумаем, пацаны, сейчас подумаем. Макс! Блять, что это такое? Это пиздец! Пока бабки есть, можно подраскуриться. Ой, что там? Алло. Ёб твою мать! Как мне теперь Юле, блять, в глаза смотреть по столу, какой нарезки? Ну, зачем такого вообще вставлять? Всё, мне теперь неловко. Один адрес. А я... Понимаю, там бомба? Да-да. А я тут притаился. Мне кто-то в дверь долбит. Мутант. Блять. У него муха зомби. Он за ебаную игру, блять, тупую, су...
пожалуйста. Реально? Не шучу, серьезно. Сочи. Ну все же знают, что мы в Сочи полетим. Да. Мы в Сочи полетим. Завтра. Завтра, утром мы завтра полетим. Уже. Да. Нихуя себе. В 12? 12, бля, 12 мы летим в Сочи. Приход по одному И так за пару месяцев, братишка, ну, очень нормально выходит. Там пару лярдиков. Какой ляр? Пару, бля, там по 10 лярдов выходит. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосать. Это Бакчик. Бакчик уже ремикс нашел. Это... Да, ну, по факту, мы все... Почему все в этом классе, кроме Ели Плагова, учатся нормально? Учатся все на 5, а он единственный двоечник. Потому что я еще рэпер. И позволяет телефон проносить на уроки. Потому и что, играть в него. Потому что я рэпер, бро. Так. Похуй, похуй мне. Похуй, похуй. Похуй, похуй, похуй что мне. Это, что это за знак был? Вот что это было? Шкодишка. Так, ладно. Смотрите, берут сперму, кладут ее в пробирку. Потом... Из пробирки, ну, не знаю, как, шприцом, блядь, хуярят в пизду. И там получается ребенок. Блять, ебать, я бразилец.